Ну вот мы начали сплав от моста. Вот он, мост. Мы приехали сюда 3 дня назад, 4, можно сказать. Еще зеленые все были деревья. Вот, пока похолодало, да? Березенки сразу же зазолотились. Женя решил. Только нам бы не надо бы ее разбирать-то, Жень. А то мы листву всю потом будем. Ну ты хотя бы затащи меня туда, и все. Упереться, блядь. Ха-ха! Ты меня перетащишь? Ну, или как? Еще раз, раз-два. Еще раз, оп. Ну, бобры. Давай, садись уже. Там где-то должна быть с пирсингом щука. Заработал. Здесь он все использован этим. Было бы неплохо. Все в твоих руках, ты первый идешь. Лови. Сплавляемся, да. Прошли, грубо говоря, вдоль Павловской. Ну и улыбнулась удача у нас. Джентльмену, одиночке. Там красота у него. Ну радуется. Сейчас будем соблюдать закон Павловича. Иначе нельзя, да, Андрей? Да, 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 да. Вообще. Да, нет. Не подмажет, не поедешь. Вот видите, какая красота сверху. Вот это осень. Все краски. Все. И небо. О! Выхватилось, выхватилось. Так, копчугезы. Мне не хватает. Что первое, наоборот, отпускать нельзя? Видишь? Ну, видишь, ничего не первое. Вот. Ты что-нибудь там заикарился? Не заикарился. Блин, Сань, теперь неудобно так. Да вот, вот потому что мы толстые теперь. Плюшкины мы. Так, говорит, что осталось. Памяти у него мало осталось. Так. Красиво все кругом. Ее специально трясет, специально трясет. Ой, завяли мы с тобой, ой, завяли. Да, а здесь вон Бедокурина. О, да тут много сидит, они все смотрят, как бобры здесь что-то делают. Болтики, два болтика везут. Ну тут не надо
об стол упираться. Шрямба. Сейчас, смотри, сейчас его будет. Прямо, пасть прямо. Да. Тебя ничего там не колет? Нет. Да у него эти чугунные руки. Чугунные руки, блин. 4 раза поцеловал, а как же 5-й? Стоит. Ты немножко жабры ей подмял. О. Ну ладно, давай. Как раз все готово. На. Ой, отлично. Сказали, что надо хоть один раз снять. GoPro снимает, видишь? Оп. Ваше здоровье, господа. GoPro стоп идет. Андрюха вечно жующий. Думаете, почему? Закусывает постоянно, постоянно. Да, вареная колбаса. Я не купил, что за колбасу? Да. Такие сумасшедшие деньги. Судя по цене, она не вкусная. Никто не вышел, да? Никто. Без записи ловится. От записи не идет у меня рыбалка. Потом все спрашивают, что ты не ловишь-то? Я говорю, я ловлю, но не снимаю в это время. Я либо снимаю, либо ловлю. Видите, ребята, я стараюсь. Только же здесь поймал одну. И никакого ко мне приближения нету. Ладно, походу закон Павловича действует. Хочет соблюсти законные требования. Женю! Концумир! Мы уже у Митина. Я только что час назад еще там пешком шел. Видите, товарищи, а уже здесь, с другой стороны. Маленько. Что-то больно легко идет, либо по течению. Юли. Маешься? Ой-ой! Ну ё-млина! Да иди до подсака там! Да, не довёл! Да конечно! Ты хотел, чтобы я её ещё метнулся до дна и половил? Что-то значит, у нас какой-то закон по очень не до конца выполненный, блин. Неправильный какой-то. Да. Вот так бывает, господа. Снимаешь и не ловится. Есть одна у Андрюхи мечта. Тра-та-та. Красота. Красота. Тоже? Подсак бери. Не весло, а подсак. Два этапа. А вы говорите, где окунь? Окуня съела щука. А щуку съел Женька. Что, хочет прорываться, что ли? Давай
покажем ему, как это все делается по-взрослому. Полтора метра. О, какая плотина! Чем мы тут? Дальше? Я понимаю. Это не бензин, это нефть. Да-да-да, это феррум. Ой, там феррум, ой. Давай садись, я тебя дальше. Там ой, я знаю феррум. Столкну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кого, щучку? Да. Что-то база. Ну, почему-то у меня нет. Два раза кидал. Ну, значит, она устала. Холодненько. Поводи, конечно. Я что, куда я никуда не гребу? Она тренированная здесь. На быстрельке. Такая небольшая. Так, может, тогда и не стоит ее. Сейчас на камень наплывем. А пусть живет. Небольшой интерес, вот. Была, была, была. Чуть-чуть здесь. Оп, оп, оп. Нормально. Оп, хорошо. Здесь, оп. Опять солнышко. Оп, оп. Солнышко смеется. Да тут, потому что бобры живут. Сейчас пройдем это место и будет нормально. Не, вот за теми корягами начнется все. Я вам говорю, что здесь бобровый рай. А там их нет уже, они до сюда еще не дошли. Дамы и господа, да я что, я ее не поранил. Сейчас я ей жабры поправлю. Дыхание сделай. Засос. Искусственное дыхание было. Эй, главное, ты на воблера-то не попадайся, будешь. Все, ушла. Вот смотрите, люди. Есть такая. Ничего себе такая. И у него, блин, два. Я не успел выйти из этого самого, из эфира. Женька, подводи к нам тоже. Как ты ее? Так, кого я обманываю? Кого? Кого я обманываю, блин? Нет, Андрюха, я тебе рассказывал? Да, он сказал, что уже поляшка выстрелила. Нет, я сказал, гребите отсюда, нечего тут. Если не ловится... Да подожди, вон к нему надо. Смотри, он сейчас еще поймает. Да как вот, да, еще-то надо же уже праздновать. А ты кто ее целовал? О, смотри, опять было. О! Это побольше. У тебя подсак. Где? Поводи.
Тормозим на этом месте и кидаем. Одну целуем. А смотри, я ее поймал-то как. Да-да. Снаружи. Вертанулась, ты ее поймал. Все, теперь нужны плоскогубцы. GoPro стоп видео. Работаем, работаем. Где она, где она, где она? Оп. Не дадим ей шанса. Я вам говорил, надо дальше идти. Он нам говорил. Да, я говорил. Он нам все говорил. Я все говорил, говорю. Ты будешь? Ну что, иди сюда. Что-нибудь будешь? Понимаешь, если мы спускаемся к тебе, значит мы что-то проплываем. Да. Если ты к нам поднимаешься, то потом мы еще что-то поймаем. Да. А я кидаю щучку. Граница Митина. Тут впадает ручей из Захарова. Но это я повторяю каждый раз. Для тех, кто смотрит в первый раз. Ну, обычно все просят рассказывать, где мы находимся. Нет, они не могут сюда приехать. Они нам все завидуют. Бля, ушла. А вот у Андрюхи только что была, но он очень резко повел. Была такая почти килограммовая. Съедобная. Да, с нее бы мы тут сейчас вмазали. Да. Я вам говорил, вот в этом омуте надо ловить. Андрюха упустил. Будет наказан. Очередное препятствие. О, смотри, как я вовремя включил. Смотри сюда. Я ему сказал, за камень заплыви. Ого. Я же ему сказал, даешь задание, блин, он выполняет. Надо ему все время говорить. Не спать, работать, наливать. Да. Что, Женька так вот и прошел, да? Женя так прошел. Ой, так пойдем, Сережа, ты? И мы пройдем. И мы пройдем. Это хрен, да, хрен. Да хрен еще и у дома ой, есть. Прикольно. Хрен растет. А что ему не расти-то? Он же дикое растение. Ни хера себе. Вот именно что. И что он там продолжает что-то делать, да еще? Да, молодец. Если она стоит, так она стоит. Не одна же должна. Так нет, одна и не одна, он уже поймал. Как вечно так вот поймаю щуку без записи, блин. Все, блин, в это самое. Только это, лю... мы, это мы ему закинули. Неправда. Он сам не ловит. Ой, блин, вот это да. Я бы сел. Тупо поставил. Вот, ребята, поверьте, блин. Первый раз. Не-не-не. Успел что-то записать. Она сама в подсак запрыгнула. Да. Подсак молодец. Я же видел.
Женя, тут все поймали, да? Все поймали, ты понимаешь? Все уже поймали. Да. Да, все, все. Ну, у тебя маленький воблер, маленький щуп. Делаем выводы. А, он приманивает их, ну ладно, давай. Что, будем ломать стереотипы или что? Женька, пёс или мираж, он должен нормально работать. Вот такую водичку. Я думал, что она уже все. Она все. Она, блин, все равно бросилась. Она не все. Ловкое движение руки. Да, и все. И она у меня на крючке. Да. Нет, это не разу плывет сегодня, все перестал на него ловить. Длинный проход хороший. Тут туда ловилось хорошо. Самолет. Это кто был? Рыб? Я сказал, за поворотом будет. А вы не верите? Под нос есть, нет? Конечно. А ты что, нос видел? А? Нос видел? Ну что ты, раз? Вот Женька поймал, Андрюха поймал, а я нет. Я просто снимал, оказывается, на выключенную камеру. Вот тут, да, вот тут. Одно с другой. Тут тоже был выход. Тоже был выход, я не говорю ничего. Чтобы вас не отвлекать. Ну что делать? Зря ты это говоришь. И все, смотри, все дно в траве, блин. В листе, да. Пойду где Женька? О, что-то бушнулось, да? Или это он бросил? Сейчас как брошу, если Женьке не помешает. Но здесь, если Харю стоит, то любой. У нас типа должно понести, что ли?
устала. Рука тащить. Устала. Бойца устала. Андрюха, она там дальше нас ждет. Для бобров. Я у Чепона цебу ловил. Это сплошные выходы и ничего. Или трава, или что-то такое. Или окунь. Здесь нету рыбы. Половите прямо. Воды по колено. Ой, много-много-много должно быть. Будет трава. Опять трава. Нет. Это она хочет сказать, меня здесь нет. Повощица, ну. Вынимай, возьмем хоть. Ты возьмешь ее в руки? Вот за ту еще можно. Но за нас. Все, ушла. Ушла, щука, что ты? Нет, покрупнее твоей даже. Я даже нисколько не расстроен, прикинь. Оп. Еще больше, чем та. Надо ей отдохнуть. А что вы хотите? Мы же... Бухнуть. Надо бухнуть. Они отдохнуть. Щука-то никуда отсюда не уйдет. Блин. Женя, подгребай. Так и ладно. Ну, цепляйся. Жаберные крышки оторвал ей. Иди, как мы цепляемся. Он там бы половить там. Там на воду заголовок. Да, там такая большая стоит, голодная. Ух ты, крышку унесло. Крышку унесло. Уносит ветром. Переправи.
сверху дерево. И там дрова ломает. Опять вылезать, да? Из-под земли течет вода. Воды должно быть, ух, как много, тут течет же, все течет. Здесь уже все. За поворотом будет. Там место окуневое. Видно, не тот, не так этот самый, под приготовлен этот самый. Делать, а? Я не вижу вообще. Вот так. Лишь не так. Тевушка сработал. Тевушка. Не так это самое был подсак. Да, поставь. Да, по кривому приготовлен. Кто его так приготовил? А? Лужечка. Знаешь? Снимаю пока, да. Не знаю, что попадает, не попадает. Эмоции только, одни эмоции. А Женька ушел за кордон. Проходим. Да, воды много. Опа. О, успел. Успел, да. О. Теперь-то ты понял, для чего подсак? Да. Торчит одна травина, так надо вот в нее и попасть. Островка. Какого островка? Ну, не островка, я не помню, да? А, он там пониже будет. Движение. Сейчас у тебя будет щука еще больше, та, которая в подсаке, блин. Жень, давай подгребай. Не жадничай. Ты с кем разговариваешь там, Жень? Мы сейчас не можем глубже опуститься. Дайте подушку.
Да. Вечер яркий вечер. Яркий. Вон там сейчас за угол зайдем. Там будет. Ждет пока. Сама я пробу пойдет. Когда и солнечные очки оденут. Наконец-то. Да, пиво-то сработало. Стой там, не греби никуда. Да, не ходи. Зафиксируйся, гад. Зафиксируйся. Хоть 800 грамм взял. Да она уже почти килограммовая у него. Все, как она любит. Тенечек. Течение. Ямка слева хорошо, справа вернее. Как она любит. Она есть, но не хочет пока есть. Классное место для стояния щуки, да? Сам бы стоял, да? Был бы щук. Нормальная щука. Не полируются такие никогда. Вон, отдай ее, Андрюхе. Таки, что, все хорошо, не так жарко. Погода поменялась, товарищи. Поменялась, товарищи, погода вообще. Осень. Березовая роща, а были поля.
гада, просто гада. Ой, было, Женька, было. Тебе там твой кореш подсвистывает. Ружья-то нету, нету ружья-то. Издевается. Хотят кинуть. Ну что, сам справишься? Ну-ка, что ты, пачкаться будем, да? Не будем. Пока думал, да, не будем. Я думал, я уже приготовился. Я уже был готов взять на себя ответственность. Замерить эту рыбину. Если бы там было 35 сантиметров, мы бы ее не стали бы целовать. Мы бы ее не стали целовать. Поймается только за поворотом. Так я знаю, там за поворотом она стоит. Ну, все же хотят сниматься в кино, поэтому я... Давайте, бросайте, я вас снимаю. Женя, давай. Кидайте, кидайте, мотайте, мотайте. Ни с паузы, ни без паузы. Да всяко разно. С ускорением, без ускорения. С установкой, без остановки. Да, может вам опять это самое, зашлифовать это дело? Да, то что выходы были у меня. Женя, подплывай, зашлифовывайте, блин. А, да. Не надо смеяться над нами, блин. Ржу там над нами, грычи. Да. Короче. Трава. На видео трава. Там трава, трава. Трава там стоит. Пугает. Да, да. На видео играет, правильно. Он знает, что камера включена, можно артиста включить. Ведущего, блин, аквалангиста. Все истоптано, все истоптано. Все. Все истоптано, все испрыгано, все. Вон, видишь, слева стоит плещется. Ну это мелочь. Напугал всю мелочь. Распугал все, что там стояло. Вообще был бобер, маленький, молодой, глупый бобер. Обалденный, ну что?
Типа мы вчера таких не проходили, позавчера таких мест не проходили. Полдня клевало, полдня не клевало. Да, надо было сразу там у речки выходить. Все наоборот. Все, видишь, погода к вечеру изменилась. Как поменялось, так и все. Подводи, Андрюха, подводи ее. Дали зверя. И отвалилась. Отвалилась. Вовремя. Профессионализм не пропьешь. Молодец. Да. Девушка рулит. Намыл. Давай заполируем. Давай заполируем. Давай, 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 ой, давай, я и такой раз и отпустил, как в этом, как... Все ради того, чтобы убить. Сейчас не сделаешь. Где Рася? Вон уже лесенка. Ну, либо здесь они поднимаются и ловят. Либо, блин, нам с погодой не повезло. Фарватер-то вон у того берега, да. Что-то было? Что такое было? Птичка. Там такая ломанулась. Ну, птичка с большими крыльями. Вон она, опа-опа-опа, перелетает. Тетера, тетера. Ага. Перелетела, я видел, что ты? Вырвал ей там кадык. Ты, говорю, вырвал кадык. Хочешь, чтобы что-то еще. Да, мы сегодня много видели хороших щук. Такая экскурсия хорошая получилась. Это тебе уже все знак. Валите домой. Хватит. Сикай, снакай свой. Ну вот, дошли до Подволочья, вот свай старого моста, тут заезд для каракатов, там наверху, так скажем, Стиховская. Женя хочет еще что-то на прощание, на прощание. Не уверен. Короче, мы тут заканчиваем это все дело. Баловство. Расстройство. Андрюх, ты что, расстроен? Пустил две хорошие щуки сейчас. Просто. Балбес, балбес, балбес. Два раза кричал: Саня, Саня. А что Саня будет? Саня сидит в лодке сзади на веслах. Да и хорошие щуки. Две хорошие. Самые хорошие, наверное, были бы щуки. Саня, скажи.
О, сегодня день упущенных возможностей. Вчера, позавчера были дни поцелуйчиков. А еще немного нацеловали. Да, это вообще, это вся поездка, целовальный год такой у нас. Сейчас еще одно упустит, и все. И будет расстраиваться в три раза больше. Да-да-да, и спиним пополам. Да. Причем обчунивать из наших голов, да, блин? Женька, затаскивай, что? А? Так не на такую же большую шаванду. Так, рыбалка закончилась по реке сегодня. Да. Каракат у нас тут рядышком. Сейчас соберемся и до хаты.